теперь моя мощь не так сильно тебя подавляет. Ты? Ты джин? Какая редчайшая проницательность. Раз ты джин, ты должен исполнить желание. Да, три желания – это маленькая формальность. Но сначала я должен попасть в Агрово. Ты отвезешь туда лампу вместе со мной. Значит, я тебе нужен. Я исполню твои желания. Правда? То есть, конечно же, я хочу золото, целые горы сокровищ. Что ж значит, я желаю легендарный затонувший корабль Кардумер, вот так. Твое желание для меня закон. Бедный, милый карапуз, ты рад исполнению желания? А может, ты желаешь назад в пустыню? Прекрасно. Два желания исполнены. Можешь не спешить с третьим. А то как бы не пожелал себе смерти. Но, между прочим, если ты мне посодействуешь, я могу обещать тебе большую награду. Идея. Я пожелаю знаменитый сундук короля Малакана. О, я невероятно сожалею. Я решил, это твое желание. Как ты? Все хорошо? Нет, со мной не все. Очень рад. Чудесно, что все хорошо. Ты спятил? Ты его спас? Еще чуть-чуть, и от него бы только мокрое место осталось. Слушай, мелкий, то есть мой дорогой Абисмаль. Не забудь про наш план. Еще не настало время умереть этому щенку. Я помню. Скоро мы им всем отомстим, и ты загадаешь свое третье желание. Мое желание. А ты, Яго, ты у нас молодец. Эй, чудесный тюрбан, я бы в нем ходил. Он нужен для нашего плана. А другой тюрбан тебе совсем не подойдет? О, нет. Тюрбан султана и этот кинжал — вот что нужно, чтобы обречь Аладдина на погибель. Итак, моя месть завершена. Осталось уладить лишь одно совсем маленькое дельце. Да, желание. Точно. Ты пожелаешь, чтобы я освободился от этой лампы? Нет! Ты получил, что хотел, а теперь моя очередь. Тебе нет нужды тратить третье желание. Ты хотел сокровища Кардумера, а не твои. Да-да-да! Красота! Красота! Серебро, самоцветы, самые разные! Я всегда хотел такое. Отлично. Еще, еще. Надеюсь, теперь тебе хватит этих цацек. И ты пожелаешь отпустить меня на свободу. А? Что? Ах, освободить тебя, конечно. Я желаю, чтобы Джафар стал... Постой. А вдруг все это исчезнет, если я отпущу тебя все-таки на свободу? Но вот вопрос более интересный. А вдруг ты сдохнешь, если не отпустишь меня? Но ты говорил, джин не может убивать. Ты сам сказал. Но можно вляпаться так, что просто жуть.